Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будет обзор моих покупок, которые совершал в магазинах шаговой доступности. И также будет небольшая покупочка под влиянием YouTube, девочки. Если вам интересно, тогда вас приглашаю к просмотру и начнем. Начнем мы с кремов для рук, которыми я запаслась на этот месяц просто капитально. Это были кремушек для рук от фирмы Himalaya Herbals, который мне совершенно не понравился. Он просто питательный крем с витамин, с витания и алоэ. Девочки, абсолютно не хватает увлажнения, после них кожа рук наоборот кажется обветренная, и я его не знаю, вот серьезно, куда мне его добить для того, чтобы не были просто потрачены деньги, потому что он стоил что-то в районе 90 рублей. Я почему-то рассчитывала на то, что он действительно будет натуральный питательный крем, который будет восстанавливать кожу рук, естественно. И, ну, к сожалению, этого не произошло. Здесь у нас 50 мл. Он такого белого цвета. Травянистый, запах ненавязчивый, приятный. При нанесении на руки запах тоже такой, знаете, ну, не бьет в нос. И очень даже запах неплохое, качество мне абсолютно не понравилось. Сейчас, может быть, я его добью там, может быть, на педикюр, либо еще куда-нибудь. Либо просто, знаете, девочки, выброшу. Хотя он стоил, как я повторюсь, около 90 рублей. А следующая покупка — это от фирмы «Бархатная ручка». «Бархатные ручки» — это был крем питательный. Точнее, крем ночной и комплексный. Что тут, он идет с маслом. Девочки, наверное, по бутылечкам видно, что вот этот чуть полегче, этот потяжелее. Вот этот крем я использую каждый вечер, я от него просто в восторге. Действительно, девчонки, могу вам посоветовать. Хороший крем, он интенсивно восстанавливает, стимулирует обновление клеток. Вот действительно, на ночь его наносить на кожу рук, и с утра кожа рук, она вот, ну, правда, мягкая, увлажненная, ну, классные, напитанные ручки. Мне очень сильно нравится. Понравился этот кремушек, я его уже беру во второй раз. Что не могу сказать о креме «Бархатные ручки» комплексном, который идет с протеинами молока, витамина А, Е и биотином. Абсолютно противоположности. Я им пользуюсь в течение дня, после того, как совершаешь уборку, моешь посуду, кушать готовишь, то есть после того, как ты работаешь в воде, грубо говоря, его наносишь, девочки, действительно, вообще, ну, на моих руках он не работает. Кыш, Дарвин, я тебе, только урони мне камеру. Он действительно не работает, и мне совершенно не нравится. Вот я им, наверное, пользовалась раза 4 либо 5, и он еще полный, и, к сожалению, он, наверное, скорее всего, полетит просто в урну, потому что, ну, нет никакого эффекта, и тоже после него кожа кажется даже еще более сухая, как-то вымывается из кожи рук все то, что даже было естественное. Следующее, что я купила, уже поставила в ванну, это была зубная щетка нашему малышу. Я взяла в этот раз супер мягкие щетинки от Colgate, здесь был нарисован футбольный мяч. И мы проходили просто с ребенком, а он очень сильно любит все, что связано с футболом, как мальчик. И здесь написано, что это зубные щетки для детей 2+. В принципе, интересная, мягкая, обычная мягкая детская щетка, которая не вредит детские зубки. Могу посоветовать, девочки, и цена у нее в пределах 40 рублей, по-моему, очень даже бюджетно. Следующее, что я купила тоже для малыша, это у нас наша любимая фирма «Наша мама». Это уже у нас уже пена для ванн. Она идет с экстрактом ромашки и календулы. Очень нравится, хорошая пена, приятный запах. И хочу вам сказать, она достаточно экономичная. И, ну, мне правда нравится этот аромат. Мне нравится, когда мою сына, и аромат на ребенке. То есть он соприкасается с детской кожей, просто, вот, знаете, натуральный, травяной какой-то, вот цветочный аромат, и правда классно, мне нравится, и нет никакой аллергии, нет пересушенности кожи, абсолютно вообще нейтрально, просто моют кожу, где нет после использования данной пены, после использования данной косметики нет никаких нареканий, мне не хочется больше ничего нигде смазывать ребенку, чтобы у него там не было никакой сухости. То есть я могу посоветовать, девочки, очень хорошая фирма, и уже на протяжении того времени, как у нас родился ребенок, мы постоянно берем данную марку. Следующее, что я купила, ну, девочки, я, наверное, вас не удивлю, это была снова голубая глина, без которой я просто уже не могу быть. И в этот раз
Я взяла какую-то чудо-глину с минералами мертвого моря для лица и тела. Честно могу сказать, я еще не пользовалась, но в моей практике было использование черной глины, и она мне в свое время понравилась чуть меньше, чем голубая глина, потому что от голубой глины, я не знаю, просто, может быть, это у меня психологически какое-то, мне кажется, она намного лучше работает на лице и теле, волосах, нежели другие глины. Но посмотрим после использования этой глины. Я, конечно же, оставлю вам, девочки, скажу, что же, стоит ли данный продукт покупать, либо лучше нашей голубой глины ничего нет. Следующее, что я купила, это уже декоративная косметика. Это фирма Art Visage. Это вот такой вот гель для бровей. Но, как я уже говорила, мне нравится данный гель. У нее обычная щеточка. И, как уже видно, я уже пользовалась данным гельчиком, потому что он уже стал грязненький. Но в этот раз, девочки, я взяла вот этот вот гель. И могу сказать, то, что буквально через неделю, как я начала им пользоваться, все надписи стерлись, то есть вся упаковка стала такая такого непрезентабельного вида. И такая, знаете, ну не очень приятная, не очень опрятная. Несмотря на то, что я всегда с теплотой относилась к упаковке, мне нравилось то, что она прозрачная, видно, сколько продукта осталось, в каком он состоянии, нужно ли его выбросить и заменить. А в этот раз я прям на него смотрю, какое-то, знаете, такое пренебрежение у меня. Простите, девочки. Вот, абсолютно нет, не нравится, не понравилась в этот раз упаковка, а к содержимое, конечно же, я просто в восторге, мне нравится, как укладывает, мне нравится, как фиксирует, но единственное, что что-то в этот раз у меня все прямо на какая-то пошарпанная за неделю стало. Следующее, это был подарок от моей приятельницы. Это было средство для интимной гигиены «Сибирское здоровье», «Сибирская коллекция бальзамов». У него травянистый запах, хочу сказать, девчонки. Такой, знаете, чайного дерева, ментолового чайного дерева. И могу сказать, девочки, одно, то, что действительно при использовании нет ни пересушенности, нет никакого-то дискомфорта, и вот этот запах травяной, он уходит, то есть он не остается. Очень даже неплохая штучка, и, как говорит производитель, она еще и там прям чудо средств. Так что, девочки, если не пробовали, обязательно попробуйте. Сколько стоит, не знаю, даже вот как бы вот. Единственное, что мне правда очень сильно понравилось. Спасибо большое. Следующее, что было мне подарено, это была вот такая подарена киса. С таким, знаете, ароматом. Это мыльца, туалетное мыло, твердое декоративное кот. Я просто обалдею от кошек, мне нравятся статуэтки, все, что с ними связано, правда. Я очень люблю кошек и тепло к ним отношусь. И вот это просто милая тоже кошечка, мне даже не хочется ей пользоваться, потому что просто нравится, как она у меня сейчас сидит, лежит в ванной. Приятный аромат, как в использовании, даже не знаю, девочки. Но это, мне кажется, что-то похоже на мыло ручной работы. Вот, следующее, это уже покупка будет под влиянием YouTube, это была покупка для волос. И здесь у меня мнение разделилось напополам, потому что это была фирма от Белиты. Вот такая вот их серия, точнее вот серия взяла, бальзам и маску, бальзам и шампунь. Девчонки, вся издевалась, прям, простите, правда, некрасиво, но ничего не могу поделать, у нас на улице слякоть, идет какой-то дождь, и прям весь день, даже кофе не спасает. Следующее, как я сказала, это у меня покупка под влиянием YouTube, это фирма, белорусская фирма Bitex. Я так предполагаю, это Белита Винекс, то же самое, что и вот это вот, либо, может быть, я ошибаюсь. Что могу сказать об этой фирме, об этом дуэте? Начну с шампуня. У шампуня неплохой запах и не весьма комфортная крышка, потому что, я не знаю почему, но весь продукт, несмотря на то, что он стоит вот так вот после того, когда вы его оттуда достаете, это все остается на крышке. Аромат у него, я не скажу, что он там вау, обалденный какой-то, либо очень плохой, какой-то, знаете, абсолютно обычный, абсолютно неприметный, и он после использования как бы быстро и уходит с волос. Но да не суть. Он достаточно жидкий сам по себе. Тут его 400 мл номинал. Он получается, его здесь, он очень жидкий.
И при этом у него идет огромнейший расход. Мне кажется, даже без разницы, какой длины у вас волосы, он просто будет половина вытекать в канализацию. А здесь нам производитель говорит, что этот шампунь, он идет с маслом органа и жидким шелком. Блеск, питание, 100% органовое масло, роскошный блеск, бережное очищение, интенсивное питание. Шампунь сияния для всех типов волос без утяжеления. Но сейчас, наверное, я начну спорить с производителем, потому что, во-первых, сияния как такового на волосах я не увидела, питание как такового я не заметила, легкость в расчесывании тоже могу поспорить, потому что после того, когда я наносила вот этот вот шампунь, у меня концы волос, знаете, напомнили мне что? Пересохшую солому. Они просто торчали в разные стороны. Был у меня, вы знаете, у меня бывает такое, то что я беру шампунь и один раз я пользуюсь просто без бальзамов, без кондиционеров, для того, чтобы понять, питательный шампунь этот или не питательный, увлажняет сильно кожу рук или не увлажняет. После того, как я его использовалась, действительно, волосы, концы как с солома, начиная вот примерно, ну вот так вот, это просто солома. Я вот сейчас пользовалась этим шампунем, волосы прилизанные, волосы вообще непонятно какие. Им приходится пользоваться каждый день, девочки, да, я им пользуюсь каждый день, потому что чистоты волос хватает на 8 часов. То есть, как бы, в принципе, более-менее нормально ухоженные волосы, 8 часов, потом начинается какой-то, знаете, они начинают тускнеть еще сильнее, чем после того, как помылись. То есть, и потом все, никакого вида от них нет. То есть, ну, мне не понравилось. То есть, как бы, буду я покупать данный продукт еще раз? Да, ну, нет, конечно, потому что я не знаю, что со мной должно будет произойти, чтобы я его взяла еще раз. Но мне абсолютно не понравилось, девчонки. Не могу советовать, не могу сказать, хоть он и стоил что-то в районе 150, может быть, даже 130 рублей. Я насмотрелась, как-то я помню, я посмотрела какую-то девочку или просто отзывы почитала, что он там сумасшедший классный. Я думаю, а почему нет, может быть, действительно хорошая серия, и возьму, и такой будет бюджетный, хороший уход за волосами. Но нет, девочки, абсолютно не понравился. Сейчас его, так как я еще не успела купить, не доехала до магазина того же Ритуаль либо Ревго, чтобы прикупить какой-то другой, либо же в магазин профессиональной косметики я не дошла, и поэтому добиваю сейчас этот шампунь, благо его осталось совсем чуть-чуть, и в скором будущем я пойду себе покупать новый уход за волосами. Просто напрасно выброшенные деньги, и после него действительно убитые волосы, прям совсем не нравится, вот, фу. Следующее из этой же серии, бальзам сияния. Он идет у нас, получается, вот здесь номинал 500 мл с тем же ароматом, что и шампунь. Он идет у нас вот такой вот с крышечкой и полностью зафольгирован. Такая вот фольга, и он здесь похож, знаете, на такой йогурт. И у него даже запах чуть сильнее выражен, чем у шампуня. Он достаточно жидкий, но его спасает то, что у него большой объем, и им можно воспользоваться. Но когда вы его наносите на волосы, он стекает, он прям вот правда стекает. И когда его надо по чуть-чуть наносить на волосы, чтобы, ну, промачивать их с этим бальзамом, и потом, естественно, делать какую-то гульку, чтобы они хоть чуть-чуть попитались данным продуктом, потому что он безбожно просто утекает в канализацию. Поэтому как-то вот так вот. Но могу сказать, девочки, после этого бальзама у меня сухости как таковой на концах не было. Они неплохо выглядели. Небольшой такой, знаете, может быть, он придает какое-то сияние. Напитанности, конечно, нет, увлажненности, конечно же, нет. Но, в принципе, такое неплохо. Неплохое их состояние, такое, знаете, 3 с плюсом, 4 с минусом. Ну, мне не особо понравилось, но, возможно, я повторю данную покупку, особенно на лето, потому что бальзамы вообще текут рекой, и, может быть, я еще раз возьму, попробую, может быть, с другим шампунем он пойдет. С этим же шампунем в дуэте. Нет, это сильно пересушивает, а его просто не хватает для того, чтобы волосы чуть-чуть восстановить после данного продукта. И что еще хочу сказать об этом продукте? Он утекает, его уходит очень много на длинные волосы, по крайней мере, мои. И после него, еще самое немаловажное, волосы электролизуются. Правда. После него нужно обязательно на волосы наносить какое-то масло, чтобы более волосы чуть-чуть становились
утяжеленными, либо брать какой-то антистатик, наверное, на волосы. Ну, такое, знаете, тоже двоякое ощущение после него. Как бы, ну, такое, серединка на половинку. И другой продукт от Белита Витекс, Ревивор. Мое разочарование, потому что... Сейчас объясню, почему разочарование. Года 4 назад, даже, наверное, 5 лет назад, я наткнулась на эту серию. Здесь, получается, у нас маска для тройного действия. Одноминутная. И здесь у нас и травы, минералы, и чего только здесь нет. Я вам сейчас перечислю. Масло каритеи, подсолнуха, ланолин, глюкоза, сорбит, питает, увлажняет, укрепляет луковицы волос, каскад кондиционеров, стимулирует структуру, восстанавливает структуру. Это вот такой вот. Стоит он в районе 150 рублей. И когда я его первый раз попробовала, это еще 4 года назад, 5 лет назад, я была просто в восторге, потому что это была просто одноминутная маска, которая, после которой... Волосы были шелковистые, блестящие, концы напитанные, они были ухоженные, просто копеечное средство, которое действительно творило с волосами чудо. Потом я его просто нигде не могла найти, вот я буквально тогда взяла, помню, две такие масочки, и все. А затишье полное нигде не могла найти. Но тут, по великой случайности, я увидела на прилавке магазина данный продукт, я его схватила, очарованная, побежала домой и думала, ну вот оно счастье, все, теперь вообще перейду на абсолютный бюджет и будет круто. После того, как я нанесла его, высушила волосы, естественно, я посмотрела на свои волосы, я просто ахнула. Солома. Ничего не питает, не увлажняет, ничего не делает. Я не знаю, он был полностью запечатанный, он такой же... По консистенции. То есть, как бы, ничего не поменялось. Вот такого, знаете, как белый крем. Ничего не поменялось, как бы, ну, таких видимых изменений нет. И зафольгированный был. Но эффект он потерял. Хотя мои волосы, они натурального цвета, они не окрашенные. То есть, как бы, у них с ними ничего такого серьезного не делается. Поэтому я так рассчитывала то, что действительно сейчас весной, когда мы страдаем все витаминозом, когда у нас не хватает витаминов, когда наши волосы после зимы, они в ужасном состоянии становятся, потому что просто нет у нас в организме витаминов. Думала, просто внешний вид, вот это средство копеечное мне поможет сделать из них просто конфетку. Но я ошибалась, и улетело на меня за... 3 применения, потому что его наносишь на волосы, его не хватает, хочется еще и еще. После него нет какого-то сильного легкого расчесывания волос, после него волосы путаются, нет рассыпчатости. Ну, абсолютно какой-то минус. Не знаю, может быть, мне вот эта вот именно упаковка попалась такая не очень хорошая, но всецелое я просто разочарована, и я понимаю то, что этот месяц, который вот начало марта, я начала вот с таких не очень... приятных мне продуктов, которые я могу на сегодняшний день сказать, мои волосы привели в какой-то не очень хороший вид. Поэтому сейчас буду искать что-то более лучшее, чтобы волосы хоть как-то вдохнуть в них жизнь, для того, чтобы хоть как-то восстановить. Вот, девочки, это были все мои покупки. Простите, что зевала, простите, может быть, как-то какой-то негатив был, но правда, я как оно есть, так я и говорю, без всяких приукрашиваний, без всяких чего-либо. Поэтому, девочки, если вам понравилось данное видео, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И все, кто уже подписались, я говорю вам большое спасибо. Я вас всех очень сильно люблю, потому что мне очень приятно видеть каждого человечка, кто подписался на меня. Мне приятно с вами знакомиться. Правда, очень, девочки, приятно. И большое вам спасибо. Также, девочки, подписывайтесь, свои комментарии. Если у вас есть какая-то рекомендация по уходу за волосами, какого-то шампуня, я... буду только рада воспользоваться вашим советом и упростить себе немножечко процесс поиска. И кто пользовался уже черной глиной, какие делали масочки, девочки, делитесь секретиками. Будем хорошеть к весне, к лету. Вот, девочки, это были все мои покупки. Всех люблю, целую. С вами была ваша Ира. Оставайтесь красивыми, любимыми, нежными. Хороших скидок вам всем. Всех люблю, целую. Всем пока-пока!